В апреле 2016 года впервые казахстанские четвероклассники приняли участие в международном исследовании качества чтения и понимания текста PIRLS. PIRLS – программа Международной ассоциации по оценке образовательных достижений IEA. Цель исследования – оценка уровня читательской грамотности младших школьников из различных стран мира. В данном исследовании участвовали 250 тысяч школьников из 50 стран мира. Казахстан представили учащиеся четвертых классов из 172 школ страны. Школьники выполнили уникальные задания, которые оценивают четыре группы читательских навыков. Постигать смысл простых предложений, извлекать главную мысль текста, использовать информацию для развития знаний, интерпретировать информацию. В анкетном опросе приняли участие родители четвероклассников, классные руководители и директора школ. Международным координационным центром для всех стран установлено распределение времени на выполнение тестовых заданий 80 минут с перерывом 10 минут, а также на заполнение анкет 30 минут. Каждому участнику было представлено два разных текста. Это забавная история или сказка и тексты научно-популярного направления, рассказы о животных или, к примеру, реклама. В примере международного теста «Загадка гигантского зуба» ученикам предлагается внимательно прочитать текст и ответить на вопросы. При этом в процессе чтения текстов оцениваются четыре группы читательских умений. Какую новую идею высказал Бернард Палисси? Опираясь на прочитанное, объясни, почему давным-давно некоторые люди верили в великанов. Посмотри на два изображения игуанодона. Что они помогают тебе понять? Какие слова свидетельствуют, что зуб был гигантским? Результаты всех стран-участниц данного исследования IEA представит в декабре 2017 года.